Ставь лайк за 3 секунды, если хотя бы раз списывал контрольную. Всем здорово, дорогие подписчики, с вами я всегда Димка, Юрка и Дони. Мы продолжаем играть GTA 5, а это, ребята, проект CCD GTA 5 и рубрика Битва Кейса. Какой CCD? Здорово, ребят. Нормально тебе стрелять, слушай, братишка. Как будто на какой-то свадьбе мы с тобою. В общем-то, ребята, да, обязательно ставьте лайки, наберем 1000 лайков, выйдет новая серия по этой рубрике. А я напоминаю то, что у нас есть определенная сумма, а именно 11 тысяч рублей на балансе, которые мы спустим на кейсы, попытаемся убить крутые тачки, а затем мы на этих тачках будем проходить испытания. Перед испытаниями мы не раскрываем карты, кому что выпало, и уже перед началом мы понимаем, кто же все-таки победит, кому повезло, а кому нет. В общем-то, ребята, все как бы просто... Правильно, поддерживаю. Я поддам. Спасибо сейчас. Большое, у меня минус как бы практически все здоровье. Понимаю, ребята. В общем, ставьте обязательно лайки и не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчики. А мы, ребята, открываем менюшечку и сейчас будем открывать кейсики. Соответственно, давайте-ка сразу посмотрим. Первым делом покупаем кейс BMW. Сразу хочу лимитированную выбить КС-очку, если такая возможно. А затем мы, ребята, покупаем автомобильный кейс номер, получается, 5. Это получается уже примерно 8 тысяч. И, грубо говоря, автомобильный кейс номер 4. Все четко, поэтому, ребята, давайте-ка сразу же открывать эти кейсы и смотреть, кому что выпало. Вот так, отлично, все, открываю и надеюсь, что будет что-то прикольненькое. Вы, ребята, тем временем можете в комментариях написать, как вы считаете, что же мне может выпасть. Я уже вижу кучу лимитированных, которые пролетают, но вопрос... Это заскамило! Скотина! А это было же рядом! Было такое, и, кстати говоря, ребята, самый прикол в том, что как бы вот эта тачка стоит вот обычная, грубо говоря, а лимитированная вот сколько стоит. По сути, где разница, блин? Ладно, окей, забрать, закрыть. Идем далее. Открываем следующие тачки, смотрим. Автомобильный кейс номер 4. Открываю, смотрим, ребят, надеюсь, что выпадет Audi RS5. Очень топовая тачка для оффроуда. Или же та же самая Агера, допустим, какая-нибудь. Которой здесь, кстати, нету, но что-то дорогое бы хотелось бы, но все равно. Ну, а тоже, в принципе, таки неплохо. Вообще хорошо. Вообще, такой тачки у меня еще не было. Да, у меня хорошо. Так, ну и, соответственно, открываем автомобильный кейс номер 5, пацаны. Ты пока ныкай, я попробую выбить третью штуку. У меня их уже 2, ребята. Напоминаю то, что еще даже есть лимитированная Феррари. Что за херня мне упала? Что там у вас? Значит, нормально. Так. Слезы, боль. На глазах. Выпала охренительная, мега классная, офигительная тачка, которую я, соответственно, забираю. Отлично, ребята, серьезно? Закрываем. Ну и, ребята, соответственно, первое испытание у нас будет это... Че? А кто на моей тачке катается? Юра. Остановись на секунду. Да я тачку не могу заспанить, дурын, да ты давай тормози, я уберу ее в гараж и все, короче, отлично. Так, короче, я, в общем-то, заспавню какую-то вот такую вроде тачку, ребята, которая мне, соответственно, выпала. И это, ребята, Ferrari F355, отвечаю, да, вот такая прикольненькая Ferrari. Я на самом деле не знаю, как она ездит. Она еще не ездит. Да. Я передумал, ребята, я заспавню ее в другом испытании, а мы заспавним поэтому. Не, все четко. Вот эту тачку буду спавнить, соответственно. Вот такую вот BMW-чку я, получается, спавню. Не, ну я просто, блин, ну а как я на ней поеду? В смысле? Афер на оффроуд, да. Афер на оффроуд, да, буду использовать. Так уж и быть. Окей. Ну, соответственно, ребята, у нас есть X5, BMW M5. Кстати, мне могла выпасть лимитированная за 20 мультов, получается, но что-то пошло не по плану явно. Вот, а поедем мы, кстати говоря, возможно, такие для... Куда? Куда? Короче, давайте-ка, наверное, к байкерам поедем. Да, прикольненькая такая трасса, давайте к байкерам поедем. Так, а где у нас юрец, я не понимаю? Вот она. Что ты там выбил? Ну, радует то, что у тебя уже дубли, поэтому явно... Ну, это не Агера, 100%. А где тачка? А вон, может, та лампа сзади, которая... Или что за тачка у тебя? Понимаю, короче, давайте дождемся, пока юрец сейчас нам выбьет и покажет тачку.
И мы начнем. У меня слезы и боль. Диабло! Всего лишь Диабло! Понимаю. Да. Прикольно, однако. Да ладно, окей, хорошо, попробуем. Ну, один, давайте. Два, три, полетели! А, да, получается, до этих, петельки. Как его, байкеров, до, короче. До байкеров, да. Да, до байкеров едем, короче, до пропащих. Слушайте, ну, в принципе, Икс-то вообще хорош. Икс прям пушечный, однако. Так вот, у него небольшая проблема с управлением. Вылетаешь тоже неплохо. В любом случае, да, ребята. Не, ну, на самом деле, как бы я рад, в принципе, дропу. Как минимум, у меня не было Феррари, которая хреновая, но я надеюсь, что ей завезут чип. Я надеюсь, что ей завезут новый чип по-любому, потому что у меня-то была лимитированная F40, которая была хреновая, а потом ее исправили, и стало все хорошо. Ну ладно, в любом случае, я первый, это меня радует. Тормози! У меня 250 максималка лайчом на суперкаре. Да, и кто тебе виноват, как говорится? Взял бы другую какую-нибудь прикольненькую тачку, может быть, что-то и было у тебя. Хотя ты первый, как бы. Братан! Понимаю, блин! Я летел, минусанул. Летел в столб, а столба, и меня минусанул. Дорогу, и в Димана влетел, да, вот именно так-то. Да, карма, да, да, да. В действии. Тихо. Какая карма, блин. Это мне нравится. Туфли. Так. Она еще дрифтовая с задним приводом. Это прям такое себе. Ё-мать, давай каждый поворот боком. Просто давай, газуй. Но при этом ты первый едешь. Не носит бачком, единственный плюс. Да. Ты хотя бы первый едешь. Слушай, я Икса, я походу не догоню Икса, что-то прям сложно, но я думаю, что... Главное, уберись, я знаю твои повороты. Да, я последний еду. Просто бред какой-то. Тихо. Ай-яй, Мерседес, сюда! Что у вас там? Да дурак, что ли? Меня вынес, блядь. Он всех вынес! Понимаю. Ты не можешь повернуться, типа? Ну я также на крыше полетел вниз, как бы с горы, и все, ничего делать. Ну, возвращайся, едь просто, типа. А как возвращаться, это нормально, типа, я пока не приду вниз, я не остановлюсь. Как я остановлюсь? Ну, переворачивайся, едь дальше, это как минимум было. Не, ну мы это вылетали уже на спринте, поэтому просто возвращались и ехали дальше. Вот то, что Диабло впереди, меня это прям напрягает. Типа, в смысле? Понимаю. Тихо. Я устоял, то что плоский, наверное. Понимаю, короче, я вылетел, ладно. Мы не теряем возможности, как говорится, короче, да. Знаете, в чем плюс ламбы? Ламба максимально управляемая, но тихо. Максимально. Давай. Вот и все, просто прям вот. Мне кажется, ты должен вылететь, братишка. Просто вылети и все, будет все замечательно. Да на этом нереально вылететь, Димон. Тихо. Я нет, не катался, и слава богу. Да я сзади так-то еду, блин. Понимаю. Да, я никого не вижу. Аккуратно. Странно, так. Да, вот именно-то. Я пытаюсь под 200 еду. Проблем, вообще. Ну, типа, все, я, кажется, это. Я приезжаю вторым, получается, да, Юрец первый или где-то вообще. А где ты вообще? Так я на байкером. А ты где? Понимаю. Каким байкером? Я на петельке. Какая? Мы же байкером едем. Мы к байкерам вообще-то едем. Ой, ваши вот эти, я мало того, что на ходу ставил, блин, метку. Понятно. А вон он, я вижу его. Вон он едет слева, но получается, от нас, ребята. Понимаю. Не, но мы так байкером едем, поэтому ничего не знаем. Ладно, ребята, я тогда получаю за это 3 балла, Ванек 2 балла, а Юрец 1 балл. Потому что Юрец приехал третьим. Но неприятненько в любом случае, а мы отправляемся на второе наше испытание. Давай. Второе наше испытание, это у нас оффроуд гонка. И в любом случае, я не Феррари буду ставить, понятное дело. У меня тут есть офигенная тачка, которая мне заспавнилась, которой у меня как бы не было в моей подборке, да и вообще все тачки, которые у меня сегодня были, ну кроме BMW, у меня их не было в подборке, поэтому неплохо, я чувак возьму. Серьезно? Брат, я тоже чувак, серьезно? Понимаю. Нормально. Так, а Юрца, что? Тут еще в списке. Что ищешь? Уникальный. Мне кажется, или у Юрца, не знаю, там 100-500 тачек, и он постоянно что-то пытается найти, но пока ничего не может. Вообще нереально. Не, ну, слишком богатый, однако, ты видимо. Так у меня все в одном экземпляре, ну, кроме Бугатти. Серьезно? Не, ну, у меня были какие-то дубли, но я не знаю, могу ошибаться, конечно, когда спавним. Так где ты? Но в любом случае мало. Вот он. Нашел? Что там по этому пути? Где-то. Серьезно? V250? Понимаю, ребята. Ну да, но, конечно, я думаю, что у тебя нету шансов. Хотя, с другой стороны, и такие тачки могут тоже удивить. Поэтому, ребят, посмотрим. 1, 2, 3. Едем до лодки. Поехали. Полноприводный патибас так-то. Тихо. Делаешь!
рассинхронный. Спасибо большое. Спасибо большое. Ты меня, короче, бортанул, развернул, а при этом как-то и сам вылетел. Я не понял, что это было. Подожди, мы едем. Шлагбаум, как говорится. Передаем за проезд. Ты сейчас в воду искупнешься. В воде искупнусь, да, говоришь? Мы когда стояли в самом начале, я его тоже протаранил, а ему похер было. То есть у нас рассинхрон какой-то, не знаю, метров 30 в сторону, что ли. Понимаю, но с другой стороны, надо Ванька догнать так-то, поэтому... Не надо. Что там у тебя, не знаю, как говорится, сам с рассинхроном разбирайся, мне, в принципе, все устраивает, меня точнее. Так, отлично, все, я вырулил. Слава богу, да я почти вылетел в воду, и это было бы сразу фальстарт и... Нормальный. Патипас? Проигрыш. Так он не отстает, прикинь, он где-то сзади там чилит. Ладно, у него случае 1 километр остался. Тихо. Подожди еще раз. На лодку. Лодка. Лодка. Да, тут налево получается. Я на тебя засмотрелся и так же поехал. Прям вот один в один. Просто на тебя засмотрелся. Ладно, хорошо. Аккуратно. Но, в принципе, такие, есть еще шансы, потому что я там кое-где вылетел, надеюсь, что... А, нет, нормально проехал. Ну, понял, ладно, в любом случае еще. Я да. Надеюсь на магистраль, которая тебя может вынести. Не, повезло. Нет, повезло, да, все нормально. Хорошо, ну да. И, соответственно, ребята, тут уже, я думаю, все и так понятно. Это 3 балла у Ванька, 2 балла у меня. Если юрец не срежет, то 1 балл получается у него. С Ваньком у нас одинаковое количество баллов. У юрца пока только 2. И вот он приехал. А мы, ребята, отправляемся тогда на третье наше испытание. А оно уже заключительное. Давай. Погнали, ребята. Ребята, мы готовы для нашего последнего испытания. Вы, я думаю, уже знаете мою тачку, поэтому посмотрим, что там у вас. Как минимум, так мы заспавнили. Посмотрим, да. О, так, у вас. О, Астон Мартин, здорово. Прям как вся жизнь перед глазами. А в смысле? В смысле? Чего? Вот рассинхрон с Димоном, вот воочию. Чтобы вы понимали, он врезался в Астон Мартин, он нахер улетел с моста в километрах 300 отсюда. Серьезно? Серьезно? Это твои все мечты, желания, наверное. Просто. Понимаю, ребята. Один, два, три, полетели. Ничего я не снимал, это так эпично было. А самое тупое, в конце Димон из тачки выпрыгнул. Что? Такое с этим автомобилем. 180 всего лишь. Понимаю, блин. Понимаю, да. У меня что-то на вообще особо-то и не едет так-то. А что у вас там? На тебе. Я принимаю твою перчатку. Пацаны, а можно мне нитросину завести? Пацаны. Прикинь, я тебя врезаюсь. Да, вы меня... У меня минусанулись. Да что ты, сука, ты на ней так не едет. Твою мать, что ты меня трогаешь-то? А тебя занесло, я думал, да, ты не делал. Да, я лицейский разворот так-то сделал. А Ванька не вижу, кстати говоря. Меня не вижу. Его там разнесло по этому. Вижу, да. Короче, максималка у Феррари это 215, пацаны. Как вам такое? Блин, надо было по ролу взять, десятку купить и по с ним прокатиться. Понимаю, 220, пацаны, просто что? Пацаны! Улетел, да? Мне повезло, то что я на отбойнике с жопой прокатился нормально. Да смысл? Нормально вы разворачиваетесь. Я тоже врезался и отлетел. Привет, пацаны. Я также у тебя врезался и ничего не было, понял? Серьезно? Мне кажется, если вы так дальше будете баловаться, есть какие-то шансы у меня. Я буду с этого так орать. Ну типа, камон. О, 236 горы, пацаны. Давай ему пропишем, что слышно. Ай, это я тебя в минус анул. И да я тебя, короче, врезался, вот меня было. Серьезно? Вот меня минусанул. Серьезно, типа, ладно, окей. Да, меня минусанул. Мне кажется, если бы я с горы разгонял бы десятку свою первую тачку, то она бы все 250 бы поехала, не то что это Феррари какая-то. Еба! Типа суперкар. Понимаю, я это снял. Не, ну с другой стороны, пока вы там баловались, я уже финиширую в любом случае. Я не знаю. По сути, это честно, 3 балла заработанных, но как-то странно это все было. В любом случае, если она мне хоть раз выпадет, я ее больше никогда в жизни брать не буду. Поэтому, ребята, да. Но в любом случае, у меня сегодня было 2 новых автомобиля в подборочке и 1 BMW, которую надо будет слить и заработать на них, на ней. Ну а на этом все. Спасибо огромнейшее за просмотр. Набираем 1000 лайков. И я снимаю еще одну такую подобную серию. А с вами был Диман и Юрка и Донька. Всем удачки и пока-пока. Пока, ребята. Пока, народ. О, минус Юрка. А мне было интересно, работает или нет.